Что за чудища тут летят? Какие-то ужасные пони врезались в наш самолет. А, мы падаем. И со мной, кстати, глупый парень рядом летит, смотрите. И мы падаем в завод пони. Ура! Победила? Да! Поздравляю! Смотри, там вход в лабораторию. Найди карточку, чтобы открыть дверь. Надо найти карточку, чтобы открыть дверь. Папа, ты где? Я прошел ключ там нажать. Вот она, ты, привет. Привет. Двойные прыжки надо использовать, чтобы тут не разбиться. Есть, чекпоинт. Теперь нужно найти карточку, она где-то там. Вот карточка, есть, я взял карточку. Здесь жесткие капканы просто. Слишком много их. Будь я видел, как ты разлетелась на части. О, хорошо, что все сохраняется. Конечно, чекпоинт, все сохранено. Все, ребят, жду дочку, и мы идем дальше. Все, продолжаем путешествие. А что здесь делать? А, вот здесь, наверное, направо надо. Ой, смотри. Да, здесь пони в этих, в капсулах. Да, сейчас как упадут, разобьются. Не-не-не, главное не выпускать этих монстров. Я как бы хочу еще жить. Хочу еще пожить чуть-чуть. Сохранился. Есть. Сюда! Меня в шредере перемололо на части. Надо заново идти. Так, ну теперь попроще, попроще. Есть. Сейчас перепрыгну сюда. Двойной прыжок все-таки рулит. Отлично, отлично, ребята, отлично, все, дошел. Ой. Лаборатория создает этих монстров пони. Лаборатория создает этих монстров пони. Надо теперь что-то отключать постоянно. А, это типа проходить, да? Помощь мне. Прохождение. Отлично. Сохраняюсь. Ага, надо нажать зеленую кнопочку. Зеленый рычаг, чтобы вышел проход. Все, супер. Все, я прошла. Ты прошла? Ты уже наверх забралась? Нет. А, ну забирайся. Я прошла. Молодец. Ну что ж, сохранился. Теперь какие-то лазеры будут меня тут. А, двойной прыжок снес мне голову. Смотрите, ребята, я на части развалился. Есть, получилось. Так, зеленая какая-то космическая слизь тут. Че, вниз прыгать, что ли? Ладно. Есть, перепрыгнул, ребят, и чё? А, я думал, мне в кислоту надо туда. Нет, хорошо, что не надо. Так, Каришка, я добрался до следующей двери, жду тебя. Хорошо. Это главный реактор. Надо отключить его охлаждение. Всем управляет Агри, сумасшедший сын профессора. Доберись до него. Там ты сможешь отключить охлаждение реактора и открыть ворота. Будь осторожен. Я понял, я буду осторожен. Нужно открыть... Вот смотрите, человек, который был неосторожен. Вот что с ним случилось, вот что происходит. Он тут лежит, загорает теперь навсегда. Куча ловушек, ну ничего, мы сейчас обойдем. Вот реактор, наверное, не знаю. Идем к лесенке. Поднимаемся наверх, собираем подковочку. Воу-воу-воу-воу-воу! Я упал вниз. Ладно, еще разок. Прыжок. 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 Есть! Так, у меня появилось новое кино. Надо глянуть, что здесь. Итак. Вот такие картиночки интересные, ребят. Смотрите, кнопочку нажать. Ого, открыли клетку. Она бежит за своим создателем. Мы в это время дергаем рычаг. Происходит непонятная ситуация. И я с пушкой смотрю туда. Там в панике ребята орут что-то. Ага. Ничего не понятно, но очень интересно. Перемещаемся вот сюда. И здесь вот они, эти пони. В капсулах, ё-моё! Так-так-так-так-так, я сейчас немножко убегу. Ой, я упал вниз. Они остались наверху. Ладно, поднимусь обратно. Уберу пушку. С ней не очень удобно. Возвращаюсь. Аришка, ты уже здесь, да? Да. Будь осторожна, там сумасшедшие пони. Все, я беру свой гранатомет и разношу их. Все. Разнес. Это было неожиданно. И теперь нужно попасть в этот люк. Страшно, ребята, но я прыгаю.
Ой, я нажимаю кнопочку, чтобы открыть клетку. Что там происходит, неизвестно, но мы бежим скорее и нажимаем рычаг отключения реактора. Отключение охлаждения реактора. И теперь он перегреется и взорвется. Папа, с нами все будет в порядке? Я не знаю, сейчас узнаем. Нужно бежать к той двери обратно. Двойной прыжок. Возвращаюсь к двери. Она как раз открывается. Чекпоинт достигнут. Ура! Сохранились. И теперь, мне кажется, осталось недолго пробежать вот эту вот непонятную штуку. Какая-то слизь. Подняться наверх. Перепрыгнуть. На нее лучше не наступать, я уже проверяла еще давно. Под пресс тоже лучше не вставать. Смотри, что происходит. Ой. Так он срабатывает очень быстро. Фух, успел. Успел. Есть. Нам сюда! Вот выход! Осталось только выстрелить по крепежу платформы, чтобы сломать главный конвейер. И валим отсюда! Давай! Мы так и сделаем сейчас. Выстрел! Ой, ой. Что-то как-то я не свалил. Как-то я упал вниз, ребята. Ариша, там осторожней. Где там? Когда будешь сносить биореактор. Хорошо. Землетрясение началось. Какая-то фигня еще здесь плавает. Осторожно, еще мостики ломаются. Да. А! Какая-то гигантская пони хавает камни. Оу! Так. Есть, прошел. Беру кинушку тоже. Вот, появилось предпоследнее кино, ребята. Папа, тут стеклышки, будешь идти. Красный, желтый и розовый. Красный, желтый, розовый, спасибо, дочь. Иду по этим стеклышкам, ребята, в безопасности. Я сам нечаянно провалился просто. В смысле? А может у тебя другой чуть-чуть? Ой, у меня, наверное, по-другому. Друзья, тут у каждого свое. Вот. Ага. Ничего себе, для каждого свое. Летим вверх, ребята, в какую-то трубу. Ой, тут по искоркам стрелять надо. Тут надо их просто облетать, не надо их стрелять. Просто облетаем. Это сумасшедшие пони, которые летят. Да они меня уничтожили вообще сразу. Мне тоже. Буду держаться поближе к стене. Так. Все, ребята, я разобрался. Надо пробел нажимать, долетишь. И не встречаться с этими сумасшедшими понями. О, папа, тут можно двойной прыжок использовать и по стене ползти. Хорошо, что ты уцелел. Я уже думал, что остался один. И мы, наконец, выбрались из этой фабрики. Ура! Смотри, щель в заборе. Думаю, здесь можно пролезть. Отлично, щель в заборе, Аришка, давай я тебя жду. Папа, ты кино собрал? Кино собираю, последний фильм. Давайте его посмотрим. Итак, что? Там за забором какой-то монстр будет? Нас предупреждают в этом кино. Надо стрелять в него из пушки. Летающий пони, монстр. Страшный монстр. Я веселый, но потный. Так, что-то валяется. Монстр снова. А, это по кругу смотрю. Ну ладно, пойдем, достаем пушкарик свой. Ой, он меня поймал. И кинул меня. Ой. Ого, вот это крик. Так, ну ладно. Начинаем воевать. У него очень много здоровья. Я не хочу к нему попасть. Рядом с ним быть. Ой, я в край карты уперся. О, он тоже стреляет. Какими-то фиговинами. Ой. Используй двойной прыжок. Стараюсь. Но он очень быстрый иногда. Делаю двойные прыжки. У меня уже часть жизни уничтожена. У меня пока что 100. Тебе по... А! Он быстро бежал прям в меня. Как своим единорогом рогом мне прям в глаз почти попал. У меня теперь там будет синяк. Так, я ему полжизни снес, но он мне тоже немало уже снес. Уйди, сгинь с глаз долой.
Уйди, уйди, я тебя ненавижу! Ты страшный! Ты отвратительно выглядишь, у тебя не почищены зубы! Так... Он... А! Лед какой-то! Прям по мне! Он как раз стреляет, у него щит! Да, во время атаки у него щит! Щит! Так, умри же, умри скорей! Половину жизни мне уже снес! Боже мой, у него опять щит! Да что же он все время в защите так? А, здесь прилетели жесткие пони, которые по мне стреляют. Ой, а, он в меня один раз попал и смеется надо мной. Так, у меня осталось пару выстрелов с него, но мне кажется, он меня сейчас убьет. Одна жизнь у меня. Один выстрел по мне. Ребята, на последней секунде я еле выжил. Ура! И ты тоже? Нет, я еще не победила, но у меня 70, а у него меньше. Мало у него осталось. Написано победа, ребята, победа, надо же, победа. Я победун. Я победил. Смотрите, что происходит. Реактор взорвал фабрику. Со злобными понями. Я вижу, как Аришка там еще бегает, воюет. Жалко, что я не могу ей помочь. Да у него 300 осталось, но это долго. Да два выстрела, один выстрел 150. Ура, благодаря тебе. Сказали, что будет обновление. Ура! А, нет, не ура. Ура! Молодец, Аришка, Аришка тоже победила. Ждем, ребята, обновления игры. И тут написано «Счастливого пути». Друзья, мы обязательно снимем продолжение этой игры, поэтому подпишитесь на канал, потому что хорошие денечки. С каналом папа и дочки. Всем пока! Давай зайдем в этот портал, что там? Давай. Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Футболки и другая одежда коллекции «Приключения». В нее входят «Папа и дочки Десант», «Папа и дочки Дикий Запад» и «Папа и дочки Побег». Попробуй собрать всю коллекцию приключений. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку «Папа и дочки Яркие». Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. А ты уже установил игру «12 замков» «Папа и дочки»? Если да, то ты молодец, а если нет, то срочно скачай! У нас уже вышло 4 уровня. В первом уровне мы закрыли дом. Помоги нам найти все ключи. Во втором уровне мы ждем гостей, но им не войти, дверь заперта. В третьем уровне мы попали в тюрьму. Помоги нам сбежать. И в четвертом уровне у мамы в животике кто-то живет. Узнай кто. Игру можно скачать в Play Market и App Store. Просто вводите «Папа и дочки 12 замков» и скачивайте. Каждый день невластный снимаем, Roblox игру с утра запускаем. Рида, Арина с папой готовы, в путь отправляются снова и снова. Папа и дочки, команда мечты, вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создаем, вместе они сквозь время идут. Карты любые втроем покоряют, от учителя в школе быстро сбегают.